Привет всем, друзья! Серия А супер поединочек. Сегодня вообще два супер поединочка в серии А. Интер против Ромы. Прогнозик уже на каналчике. И Наполи против Милана. Сегодня 29 числа в 21:45. Ну а вы свои мысли пишите в комментариях, как вы думаете, кто победит, Наполи или Милан. Сегодня в 21:45 Наполи идет на четвертом месте 17 очков, Милан на втором месте 21 очко. На первом месте идет Интер 22 очка. Юве на третьем месте 20 очков, так что здесь есть за что бороться. Так, на Наполи дают 2.27 на победу, на Милан дают 3.25 на победу. Наполи в Лиге Чемпионов обыграл минимально Унион со счетом 1-0. Милан проиграл ПСЖ в Лиге Чемпионов 3-0. До этого они проиграли дома Ювентусу со счетом 1-0. В этом году команды уже встречались между собой. Этот счет 1-1 был, это Лига Чемпионов. 0-1 в пользу Милана, Лига Чемпионов, и 4-0 в пользу Милана. Наполи надо брать реванш. Что касается, друзья, мыслишечек, они будут следующие. Да, Шулька, потише. Мысли следующие. Угловые в матче больше 10,5 за коэффициент 2,45. Индивидуальный тотал угловых Милана больше 4 за коэффициент 1,76. И желтые карточки в первом тайме больше 1,5 за коэффициент 1,7. Предугадать, кто здесь победит, я, друзья, не берусь. Милан тоже очень хорошая команда, но игра, битва будет здесь жестокая. Но победит, как говорится, сильнейший. Пока.